Так, мы с вами имеем только 6 минут, чтобы добраться до Банапура. Ты не помнишь старое доброе время. Я и твоя мать, а ты у нее на коленях. То были самые счастливые дни в ее и моей жизни. У нас были планы на будущее, не только наши, но и всего Кирата. Я скучаю по тем дням. Теперь поздно что-то менять. Хоть я и пытался. Эта земля в руинах. Не дай ей разрушить и тебя. И Швари огорчилась бы. Ну, это, конечно, все трогательно. Но нам остается всего лишь 200 метров до пункта назначения. И чуть меньше 5 минут. Интересно, 5 минут это на все про все или только туда добраться? Я на месте. Я здесь, Сабал. Помощь нужна? Сейчас. Не слови пулю, спасай кого сможешь. Я рядом, скоро приведу подмогу. Прицелились. Это наши ребята. И, кстати, самое время нам прокачать несколько навыков. Я предлагаю качнуть физподготовку. То есть у нас будет больше здоровья. Сейчас оно нам очень сильно пригодится. Да, а ну-ка. А, вон еще, смотрите. Там далековато он. Что-то, кажется, услышал. Прячемся в кустиках. Так, аккуратно. Еще и пушку заберем. Перезарядка. Ну, надо идти дальше. А, подождите, куда идти? Надо сначала с этим товарищем разобраться. Здесь аж двое. Так, один побежал в обход. Ух ты! Гори, гори теперь. Перезарядочка. Ну где вы? А, вон. Сейчас, аккуратно. Все-таки не хочу, чтобы меня подожгли здесь. Вот так. Без проблем. Ой-ой-ой. Блин, напугал меня больше. Так, ну что? А, вон еще прибывают. Готов. И осталось разобраться с подкреплениями. Кстати, мне не помешали бы патроны. Так, это дробовик? Нет, пожалуй. Где взять патроны? А, вот. И еще один хороший вопрос. Куда же они все-таки приземлились? А, вон они. Так, не
Метка Савада. Сейчас еще вот так сделаем. Давай, давай, иди сюда. Че у тебя? Ой! Так, ребяточки, что у вас тут? Дробовичок. Ну что ж, придется брать. А вот и патрончики для винтовки. Ну ладно, этим попользуемся тоже. Вижу солдат! Они идут к общине Пука! Там осталась Бхадра! Аджай, спаси ее! Сейчас поможем. Сейчас. Готово. Так, что за фигня? Да хватит уже перезаряжать. Ну ладно, перезаряжай. Бхадра! Бхадра, где ты? Он сбежал. Она может подарить народу надежду. Сабал, она еще мала и напугана. Отведу ее домой. О людях подумаем позже, ладно? Спасибо. Не за что. Спасли Аджая себе на голову. Разозли Пола, и он вырежет деревню. Аджай ни при чем, это я. К тому же, нам не до того. Они взяли аванпост. И заложников тоже. Ладно. Сперва аванпост. Без него все пути отрезаны. Пошли. О, да. Слушайте, ну теперь самое главное. Надо сделать... снять этот прицел грёбаный. С моего лука. Так, и тут есть у нас... что это такое? Письмо. Получаем плюс 500. А это что такое? Денежки? Круто. Новое оружие. На 62 тысячи. Ух. Много. Так, купить и настроить. Я просто посмотрю, сколько здесь будет стоить другое оружие. Смотрите, можно получить бесплатно за освобождение... 7 колоколин. Я хочу. Поэтому мы с вами этим обязательно займемся. Так, эта пушка. 6 колоколин. Пожалуйста. Очень хороший вариант. Поэтому в ближайшее время обязательно займемся именно колокольнями. Брат, надо поговорить. Сабал, в чем дело? Мне нужно в Банапур. Амита занята аванпостами. Значит, заложников освобождать тебе. Я знаю, это непросто, но их надо спасти до того... Сейчас, подождите. Как мы возьмем аванпост? Ну, Амита... Да, аванпост важен. Но спасти заложников — это самое главное. Люди Кирата верят, что Золотой Путь защитит их. Мы не можем предать их веру. Спаси заложников, брат. Да спасем, конечно. Мы никуда не денемся. Я уже готов. Так, ой. Так, держись, держись, держись. Аккуратно. Просто не хочу никуда свалиться. И здесь побыстрее. Нет, обожаю просто квадроцикл. И хорошо, что в этой игре очень много мест, где можно на него сесть.
Знаете, я бы, конечно, срезал по этим холмам. Но тут еще, к тому же, гористая местность, поэтому далеко не факт, что мы сможем эти горы преодолеть. Как хорошо я закончил предыдущую миссию. Как раз поспели к утру. И у нас весь день в нашем распоряжении. Так, теперь сюда. Да, вроде бы показывала 400 метров, но это по прямой, если ехать. А нам-то приходится вилять. Дороги здесь извилистые. Огневая точка. Только что проехали. Так, убейте охранников. И спасите как минимум двух заложников. А где подниматься? А, вот здесь. Сейчас, тогда мы будем с вами... Ё-моё. Да, такие дела. Но здесь аванпост у нас, насколько я понял. И поэтому... Поэтому тут можно будет нам... А ну, не трожь. Поэтому здесь можно будет нам как раз-таки тоже снять этот прицел. Жалко, у меня снайперской винтовки нет. Так. Здесь пока никого. Почему до сих пор им никто не принес выкуп за меня? А, это заложник. Моя семья там будет. Они найдут способ, я верю. Проходим. Ну. Сколько вас здесь еще осталось? Тут никого. Да, очень опасно. Не вижу даже, где он может... Ладно. Тогда мы сделаем даже проще. Будем потихонечку опустошать эти сундуки. Так, здесь никого нет. Узнают, что у меня нет денег, убьют. А, видите, здесь для начала нужно перебить всю охрану. А только потом этим заниматься. Что ж, ладно. Придется нам подниматься теперь повыше. Вижу. Помощь придет. Придет. Все. И теперь осталось получить награду. Они в безопасности, Сабал. Твой отец гордился бы тобой. Он создал Золотой Путь, чтобы помочь своему народу. Я приехал сюда не ради всего этого. Ты все равно помогаешь, брат. Посмотри, как много ты сделал. Это непросто. Но помоги Золотому Пути, и это поможет тебе добраться до Лакшманы. Возьми. Мы найдем ее вместе. Спасибо. Спасибо тебе, Золотой. Аджай, это Амита. Я знаю, что Сабал подбил тебя освобождать заложников вместо аванпоста. Ничего. Ты новичок, а Сабал может быть настойчив. Я сделал, что мне сказали. Ты молодец. Но смотри на вещи шире.
Я уже все подготовила к атаке на аванпост. А теперь часть моих бойцов вынуждена защищать заложников. Спасибо. От чего? От Пола. Мы отняли у него игрушки. Ты не понимаешь? У нас был план. Теперь он рухнул. Пока не разберемся с Деплером, мы связаны. А у солдат на аванпосте полно времени, чтобы подготовиться. Я им помешаю. Напасть на аванпост в одиночку – самоубийство. Подожди, мы выделим тебе подкрепление. Я справлюсь, Амита. Аджай, нет! Так. У нас очередной аванпост, я так понимаю. Убейте... Эй, подожди. Чё ты такой резкий? Я ж тебя не видел. Ну ладно, не получается пока что. Аджай! Что? Ничего, просто связь проверяю. Подбил. И давайте теперь его обыщем. Жетоны. И рюкзак у меня почти полон. Да, shit happens. Ну кто ж знал, что он такой неубиваемый? Я вообще не хотел вмешиваться. Тут, видите, другие бы хлопчики помогли. Так, теперь давайте посмотрим, мимо каких зверей мы с вами будем проезжать. Я бы, конечно, вот сюда заглянул, но это далековато. Так что нам пока предстоит лишь путь прямо к нашему следующему заданию. Поехали. Время терять не будем. Здесь эту колокольню мы с вами освободили. Все-таки там очень крутые пушки, мне показалось. Здесь срежем. Я про те говорю... Ух ты... Говорю про те, которые предоставляются бесплатно. Сейчас тормозим. Все, я понял. Да, конечно бы снайперская винтовка с глушителем мне не помешала бы. Что ж, попробуем. Никто не говорил, что это будет легко. Так, сейчас поглядим. О, тут даже слоник есть. Так, а ну-ка, слон, давай. Нет. Там сложно! Шикарно. Вали их. Я даже грену закинул. Так, еще давайте. Так. Ну, может быть, кому-то все-таки досталось. Хорош слон. Вообще молоток. Ну, походу, вообще тут все замесил. Вот это я понимаю. Вот это слоник. Так, я упал. Это не очень хорошие новости. Слушай, да убей его уже. Эх. Печаль, беда. Завалили нашего слоника. Так, а ну-ка. Сейчас. И плюс мы с вами получим бонус за то, что нас не заметили. Сначала заложники, теперь аванпост. Ты редко меня слушаешь, Аджай, но должна признать,
Сегодня ты молодец. Спасибо. Я сделал то, что счел нужным. Мама была бы рада. Я знаю, тебе нужна Лакшмана. Но это не так просто. Мы потеряли север много лет назад, и теперь бьемся за юг. Я обещал маме, что развею прах там. Она так хотела. Подумай, Аджай. Твоя мать прекрасно знала, что случится, когда ты приедешь сюда. Сын Махана Гейла вернулся на родину, истерзанную войной. Ишвари была умной женщиной. То, что ты здесь и помогаешь нам, не случайность. Оставайся с нами. Вступай в Золотой Путь и обещаю, ты выполнишь последнее желание матери. Будь то развеять ее прах в Лакшмане, или достичь чего-то большего. То есть Золотой Путь — дело моих родителей? Верно. Они хотели освободить Кират от Пейгана. Помоги же нам закончить то, что некогда начали они. Просто подумай, Аджай. Ну, мам, похоже, я останусь. Ух, как много опыта мы с вами получаем, плюс навыки, и теперь доступна совместная игра. Так, пробежимся. Что это такое? Некое подобие вертолета. Посмотрим. Нет, продолбали самое интересное. Ты кто? Кавалерия! Я кавалерия. Появляюсь крутой, как долбанный Клинт Иствуд. Я Хёрк. И я кое-что слышал о тебе. Мистер, пойди не знаю куда и надери всем задницы. Поэтому я здесь, мы с тобой вместе. А значит, сраный Золотой Путь обречен им, капздец! Золотой Путь, это мы, блин! Парень, я ни хрена не понимаю, что ты там лопочешь. Я вашего языка не знаю, короче. Думаю, ты имел в виду, что обречена армия короля. А Золотой Путь — это мы. Чел, серьезно? А я-то думаю, что это на меня все косяка давили, когда я про Золотой Путь говорил. Теперь вкурил. Окей. Новый план. Упреждающий удар кавалерии. Позови меня и бум. Мы с парнями поможем тебе. Или... Золотому пути. Золотому пути, точно. Мы с тобой тату, братаны. Ну, прям как в сказке. Давай, вперед! Бум! Я уже крут, а ты бледноват что-то. Ничего, ты хоть и тормоз, но до цели доберешься. Я верю. Увидимся еще, братан. Лады, двинем золотым путем! Да! Ага, давай.